Ювелир 21. Вопрос номер один. Эксплуатация самоходной машины, имеющей не предусмотренные конструкции, перемещение деталей и узлов запрещается. Разрешается. Разрешенная скорость буксировка неисправной самоходной машины не более 10 км. При вынужденной остановке самоходной машины на склоне необходимо установить 4 правильно. Включить первую передачу и затем следующую. Можно ли перевозить людей при темпе самоходной машины? Нельзя. Допускается ли эксплуатация самоходной машины, если отсутствует устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной передаче? Допускается. Можно ли эксплуатировать самоходную машину с неисправным усилителем рулевого управления? Почему? Можно ли эксплуатировать самоходные машины с превышением нормы дымности? При каких видах повреждений возможно сидячее или полусидячее положение при транспортировке пострадавшего и ранении грудной клетки? В всех случаях.